Весь мир хочет получить ответ на один вопрос. Зачем я напал на Америку? Более 100 лет Соединенные Штаты держали весь мир в состоянии войны. Снова и снова мы наблюдали катастрофические последствия этой агрессии. Эти войны не принесли мира, они принесли только новые войны. США вели себя так, поскольку у них были самые крепкие в мире кулаки. Все, хватит. Это не начало войны, это конец всех войн. После Сан-Франциско весь свободный мир обратился против Атласа. Айронс окопался в своей штаб-квартире в Нью-Багдаде. Все контакты прекратились. Обе стороны знали, что теперь будет. Мы должны были прилететь вместе с 37-м десантным полком в самом начале на стадии шок и трепет. Затем отделиться, проникнуть в командный центр Атласа и убрать Айронса. Для Кормака это было именно тем, к чему он шел. Он ждал этого дня 5 лет. Планы поменялись. Зайдете с северо-востока. Будете прикрывать наших, когда они начнут атаковать цель. Есть цель. Мне даете что попроще? Простых вариантов тут нет. Не хочу выкладывать все карты на стол. У нас только один шанс достать этого ублюдка. Это все, что нужно. Я знаю. Просто выживи. Ты еще блеснешь на суде в Гааге, когда мы его туда притащим. Жду не дождусь. Ладно, удачи. Больше говорить было не о чем. Мы знали, что надо делать. Это было началом конца для одного из нас. Кингпин, Страж 2-1 подходит к БТР. Ромео Виктор 0, высота 5000 футов. Вас понял. Отсюда до Нью-Багдада идите на Бреющем. Кингпин, конец связи. Страж в воздухе. Подлетаю. Стреляй во всех, кто без маячка стража. Впереди 3 врага. На 13 ниже. Начнем заворот. Он убит! Засада! Через 1.5 клика. Начинаю сброс. Автопилот запущен. Капсула сброшена. 1200 метров до цели. Глушу систему. Переключаюсь в режим невидимки. Все понял, 0-1. Вы пропали с радаров. 2-1, мы заходим с азимутом.
Бахмута 315 на высоте 12400 футов в 2 морских милях от цели. Прием. Соединяю дисплей с боевой сетью. Наша главная цель — КП Атласа. Айрон спрячется там и ведет свою войну оттуда. Вокруг города стоит несколько ракетных турелей. Это их ПВО. Если мы хотим добраться до КП, придется их вынести. Дистанция до цели 200 метров. Отключите экраны. Приготовьтесь к посадке. Держитесь крепче. Жесткое приземление. Тормозные двигатели. Вперед! Вас понял.
вперед! Вперед! Тяжелая техника Атласа! Укрытие! На открытом месте танки нас размажут! Гедеон, прикрой! Прямо по курсу запас оружия! Митчелл, идешь с Ноксом! Хватайте стингеры, мы вас прикроем! Пошел, пошел! Митчелл, я тебя прикрою! Бери стингер! Дроны! Что они творят? Твою мать! Он это сделал! Мать твою, это сделал! Что случилось? Нокс ранен. Нужен медицинский транспорт. Немедленно! Нет. Это Мантикора. Отступаем. Выводите всех отсюда! Почему нас не затронуло? Айронс все учел. Для них это безопасно. Видимо, нам сделали прививки. Ответный огонь! Граждане Нью-Багдада, крепитесь. Победа близка. Оглянитесь, и вы увидите, как наши враги падают один за другим. Каждый из вас может стать тем, кто изменит мир. Да, у нас будут потери, у нас будут неудачи, но не сомневайтесь,